Привет, ребята, это исследователь. Хочу опять поговорить про место, которое дает Google. Оно общее. Google диск, Google фото, видео. 15 гигабайт дает. Но какая-то херня происходит. Реальная. Google дал мне 100 гигабайт, как из первого отобрал. Но про это было в другом ролике, посмотрите. Есть настройка, как я уже сказал, видите, качество исходное, тогда 15. Либо поджимает, хотя я не понимаю, как сжимает, это уже сжатые форматы и фото, и видео. Но я потестирую это, скажу вам. Тогда больше. 15 гигабайт стоит здесь. Другой ящик этот. Здесь у меня было видео несколько, около 300 мегабайт. Так. Как видите, он пишет, я нахожусь в Google диске, 269 килобайт Google фото. Почему, если у меня там видео было на 300? Там было 300 мегабайт видео. Здесь он не отображал вообще это. Вот так вот. Так они считают место. То есть у них какой-то сбой там. Что точно, вот Google фото, там несколько видео, роликов 6-7 у меня было. И он показывал при этом совершенно не светится, он 269. Наверное, он считал, может быть, слишком мало и не начинал считать, хотя 300 мегабайт это уже не 3 мегабайта. В самом Google фото, ну вот где-то здесь, видите, он должен писать осталось, там сколько-то, уже не 15, а 14 там с половиной. Вот такие вот у них учеты. Нифига они сами не следят, а потом еще и отбирают то, что дают. Писать толком некуда там. Так что сами уж следите. У них никакой организации, хер знает как там все. Ну, всем пока, ребята.